25 ноября в Таврической академии Крымского федерального университета состоялась образовательная акция «Всероссийский тест по истории Отечества». Данное мероприятие организовано молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации, Российским военно-историческим обществом, и задания разработаны Московским государственным университетом имени Ломоносова. Большое внимание уделено этому мероприятию в рамках Крымского федерального университета. Участвуют не только студенты исторического факультета, но и всех наших структурных подразделений, факультетов, академий. Можно сказать, что порядка, наверное, до 200 человек сегодня участников этого диктанта. Ну, исходя из вопросов, которые мы бегло просмотрели, можно сказать, что, наверное, возникнут ряд трудностей. Вот, но на самом деле мы надеемся, что большинство ответов не вызовут у ребят затруднения. Целью теста является оценка исторической грамотности, привлечение внимания и популяризация исторических знаний среди населения. Нам сказал наш учитель по истории, что здесь в субботу будет проводиться такое мероприятие. Я увидела пост ВКонтакте, и также нам об этом сообщили преподаватели с нашей кафедры. Тестирование заняло 40 минут, в течение которых участникам нужно было ответить на 40 вопросов, охватывающих период с 882 года до нашего времени. Нам сообщили об этом преподаватели, ну и старосты, они сказали. Предложили прийти и пройти, почему бы и нет. Я сама историк, и для меня это очень важно. Мой любимый период истории – это новая и новейшая история. Я специализируюсь на этой кафедре как раз-таки. Официальные итоги тестирования подведут в масштабах страны. Организаторам предстоит обработать свыше 320 тысяч бланков с ответами участников из всех регионов России.